компания молодых людей отдыхала в караоке-баре. Мужчина после длительного застолья уснул на столе. Охрана администрации сделала ему замечание неоднократно. Мужчина никак не отреагировал. Соответственно, администрация бара было принято решение вывести его из заведения. За него вступилась его супруга, которая вступила в конфликт с администрацией бара, потребовала книгу замечаний и предложений. Когда женщина начала писать претензию в книге замечаний и предложений, знакомые ее отговорили, тогда она вырвала лист из книги, скомкала его и выбросила. В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 377.